А это что такое? Сметана? То, что можно сделать быстро, да, и чтобы было вкусно и действительно красиво, я, наверное, приготовлю все-таки фруктовый салатик с йогуртом. От волнения руки трусятся. Не жалею продукты вообще. Не знаю, что это получится. Все. Салат у меня называется летний. Ингредиенты, как клубника, киви, банан. Они все очень такие на вкус свежие продукты. Немного сверху положила винограда, но можно его просто закусывать сверху. Почему для украшения мы берем? Да. Нет. За украшение 2, за сообразительность 4. Батутный парк номер 1. Акция 30 минут в подарок каждый понедельник, вторник, среду и четверг с 10 до 14:00.